Всем привет! Хочу рассказать, как получить онлайн приз в игре WRC-10. Командная работа. Нужно завершить гонку в роли водителя. Этот приз выбивается с другом. Для этого выбирайте многопользовательская игра, режим штурма. Создать лобби для совместной игры. Выбираете частное, настройки ставите любые. Роль ставите водитель, кому нужен приз за водителя. Нажимаете подтвердить. Приглашаете друга, завершаете гонку. Кто за водителя, получает приз за водителя. Кто играет за штурмана, получает приз за штурмана. Всем, кому помог, всем спасибо. Всем пока.